Главный тренер баскетбольного клуба «Днепр» Денис Журавлев, форвард Дмитрий Глебов. Дмитрий, пожалуйста, ваши впечатления, комментарии матча. В первую очередь хочу всех поздравить с началом чемпионата. Он, видите, как стартует, очень тяжело. Мы долго ждали этого, 7 месяцев практически, наверное, без игры. И, как все, наверное, заметили, очень нервные игры, люди потеряли ритм. Мы не исключение. И игра идет волной, где-то что-то получается, что нет. А по сегодняшней игре очень много неслаженности в нашей защите было. Ошибались там, где договаривались, подстраховка должна была быть. Ну, хорошо, что выиграли сегодня. И нужно через игру, через тренировки возвращать уверенность в своих силах, понимание баскетбола. И продолжать работать, потому как другого выхода у нас нет. И мы практически с нуля начинаем после паузы. Вроде работали 2 месяца, а сейчас, после случая с коронавирусом, мы только буквально 10 дней нормально отработали в тренировочном процессе, и все равно выпадают люди. Поэтому сейчас всем здоровья нужно и подходить к каждой игре максимальной концентрацией и самоотдачей. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. Не такой, наверное, хотели видеть игру своей команды. Особенно первая четверть, минус 13. Я думаю, что это не первая и не последняя нервная игра в чемпионате. И наша в том числе. Вот, все это будет так и происходить, потому что и ребята расслабляются, не видя, или кое-кто и видя ростер противоположной команды, недонастрой, и сами мы не можем полноценно тренироваться. То есть все это так складывается, пазл так складывается постепенно, вот в такие нервные игры, невыполнение установок, глупые ошибки, которые тяжело объяснить. Вот, наверное, всегда так, я думаю, что это будет на продолжение сезона, потому что что-то взять и отработать завтра на тренировке, я не уверен, что у меня будет завтра 10 человек тренироваться. Вот. А что касается игры, ребята на характере, и проигрывая, не уступали, боролись до последнего. Во второй половине очень хорошо поборолись на счетах. Вот. Остановили быстрое нападение «Черкас», что являлось одной из главных задач на сегодняшнюю игру. Но не справились на защите пик-н-ролла. Над этим еще будем работать. Спасибо.